Томас Девал, старший научный сотрудник Центра Карнеги, отвечая на вопрос в армянском эфире, неожиданно для ведущего честно ответил на провокационные и нелепые вопросы и обвинения в адрес Азербайджана. «Армения 30 лет была оккупантом», — сказал Томас Девал. Столь четкого и честного ответа ведущий явно не ожидал, что сразу же отразилось на его лице. Мы видим безукоризненную, безусловную поддержку Запада Украине в конфликте с Россией. Но вот в случае, когда речь заходит о Карабахе, о Нагорном Карабахе, о людях, живущих там, когда там вот сейчас разворачивается настоящая драма, мы видим вот просто дипломатические заявления, равноудаленное такое отношение. В чем причина? Западные стандарты, я не знаю, права человека, ценности тут не действуют или они избирательно действуют? К сожалению, Карабахский конфликт трагический, но, я бы сказал, более сложный. Есть и агрессия с армянской стороны, была оккупация, да, будем честны, много лет чисто азербайджанских территорий, которые находились под армянским контролем. Причины, об этом можно писать целую книгу, я даже книгу писал. В таком случае, как бы, наверное, единственная, как бы, реакция — это как призыв к миру, к переговорам, справедливости для всех.